бархатный сезон на Черноморском побережье России – это и время фестивалей. «Золотой абрикос» – название нового фестиваля, который собрал сегодня всех, кто ценит армянскую культуру и просто любит хорошую музыку и красивые танцы. До полудня азам танцевального искусства обучались малыши. Специально на праздник приехали артисты из армавирского цирка. Платановая аллея сегодня стала музеем, где можно было увидеть предметы быта вековой давности, медную посуду, хноцы для производства масла и мацони, ручную прялку. Восхитительный аромат йока, приготовлению которого можно научиться прямо здесь, заставил народ выстроиться в очередь. А рядом разучивают старинные армянские круговые танцы. Погода не подвела. В Туапсе еще лето. И я приехала вот для сегодняшнего мероприятия, но я приехала просто на несколько дней раньше, чтобы загорать, плавать в море рядом. Очень красиво, прекрасная природа, тут хорошие люди. И мне город какой-то космополитный. Мне очень нравится, как разные национальности друг с другом общаются. Это для меня очень важный фактор. Значит, есть культура в городе, это очень важно. Сегодня здесь представители разных национальностей и религиозных конфессий. Вот в чем главный смысл таких фестивалей. И скоро начало представления. Знакомимся с юным дарованием, которое откроет праздник игрой на дудуке. Я начала заниматься очень хорошо, мне очень нравится этот инструмент. Я хочу, моя заветная мечта, поехать в Армению, и чтобы там меня мастера дудука научили играть на этом тонком, волшебном, магическом инструменте. И, наконец, настал торжественный момент. Я гордый армянский народ, пришедший в глубины района и города Туапсе. Добрый вечер, дорогие земляки! Мы рады приветствовать всех, кто пришел сегодня на знаменательное событие в истории Туапсинского района. Туапсинский